большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Понедельник в Самарской области безоблачно и без осадков, днем 12-14 градусов с минусом, ночью 15-17 ниже 0. Ветер восточный, юго-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани также безоблачно, днем минус 14, ночью минус 18, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем минус 11, ночью минус 15, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Самаре солнечно. Днем минус 14, ночью 17 ниже 0. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.